Добрый день, дорогие друзья, всем добрый день. Мы продолжаем изучать Тору. И сейчас вот у меня не включается почему-то сегодняшняя наша книга, которую мы изучаем. Но включится, я надеюсь. Включится, потому что как нас учит Тора, Тора нас учит Игатова Мацата Атамин. То есть, если ты старался и достиг, вери. Значит, я первый раз, значит, не особо постарался. Вот сейчас я нажимаю, и оно должно сейчас открыться. Тоже не открылось. Значит, это дело в технике. Дело в технике. Ну ладно. Значит, будем без книжки. Бывает и такое. Все, доброе утро всем, шалом. Сегодня у нас нет, вот открылось. Видите, все-таки Тора работает очень точно. Определяет, что если старался и нашел, верь. Значит, вот открылась книжечка, все. Значит, сегодня у нас 8 ияра. 8 ияра, 9 мая, День Победы над фашистской Германией. Как мы привыкли всю жизнь праздновать 9 мая, что мы победили мир, победил фашистов, которые хотели уничтожить. Для евреев это вообще очень важный праздник, потому что фашисты хотели, прямо у них была цель уничтожить евреев, и если бы они победили, то... Но они не могли победить, в принципе, потому что если Бог сказал, что еврейский народ будет существовать вечно, значит, не было шансов победить у тех, которые ставили своей целью уничтожить еврейский народ. Поэтому мы не будем говорить, что было бы, если бы они победили, они не могли победить. Это было нереально. Они могли какое-то время, зло какое-то время может существовать, но в конце концов зло все равно в этом мире исчезает, исчезнет полностью. Вот мы ждем, что зло исчезнет полностью, полностью. Хорошо. Значит, 8 ияра, 9 мая, и сегодня 23-й день Омера. 23-й день Омера мы считаем от Песаха до Шавуота, мы считаем 49 дней, и идем к дарованию Торы. А уже дарование Торы, 50-й день, мы как раз на 50-й день, мы его не считаем почему-то, потому что 50-й день, это Тора уже, она относится к миру, к духовному, да, Тора относится. Тора – это то, что соединяет духовный мир и материальный. Вот очень четкое определение. Многие спрашивают, а что такое Тора? Ну, что такое там? Инструкция, да. Свиток Торы, да. Правила поведения, да. Но Тора – это сущность в этом мироздании, да, в материальном мире, которая соединяет материальный мир и духовный. То есть вот это вот Тора, знание, информация, которая была дана от Всевышнего, она соединяет человека со своей душой. Например, человек, который может говорить, но если бы у него не было слова «душа», он бы даже у него не было понятия выразить, а что такое душа. То есть слово «душа» соединяет человека со своей душой. Тора соединяет весь этот мир со Всевышним, с Создателем мироздания. Понятно, да, что такое Тора? Значит, очень интересно. Теперь есть здесь сегодня в книге «Айом-Йом», «Сегодня день», Любавич Штеребе нам говорит такую идею, очень интересную идею. Тоже она как раз вот как продолжение того, о чем мы сейчас говорили. Посланник един с тем, кто его посылает. Давайте разберемся в этой фразе. Вот, например, Наталья Чупина посылает свою дочку купить хлеба. Значит, если она посылает свою дочку купить хлеба, то в данный момент дочка является продолжением, которое реализовывает замысел того, кто его послал, да? То есть посланник един с тем, кто его посылает. И пока мисс дочка идет от имени мамы за хлебом, она в этот момент полностью является продолжением желания мамы, как длинная рука мамы, которая идет... Как вот мама ей говорит, иди за хлебом, и дочка идет за хлебом. Понятно, да, идея? Теперь помним, всех любим, всех, кто воевал и отдал своей жизни, защищая других людей, их свободу, их жизнь. Это значит, конечно, мы всех помним и почитаем, уважаем всех людей, которые отдавали свои жизни за то, чтобы спасать других людей, делать добро. Конечно, это очень все были достойные люди, и чтобы им там в раю было очень хорошо.
Вот. Теперь давайте еще раз вернемся, да, к изучению Торы. И пускай эта Тора, которую мы сегодня изучаем, даст им там дополнительную силу, дополнительный свет, дополнительную радость, дополнительное добро всем хорошим, добрым людям, которые удостоились своими действиями от Всевышнего получить вечную жизнь. Значит, потому что только Всевышний знает, что такое добро, что такое зло, и только Всевышний может судить в итоге человека, зная все его замыслы, все его действия, все его побуждения и так далее. То есть люди, мы видим кусочек мироздания, а Всевышний знает все. Поэтому мы очень благодарны и любим тех, кого любит Всевышний. Вот так, потому что только он является мерилом любви, мерилом добра, мерилом, что такое хорошо, что такое плохо. Значит, получается, если ангел, например, действует от имени Всевышнего, то ангел – это как продолжение Всевышнего. То есть воля Всевышнего, выраженная в ангеле, ангел – это продолжение Всевышнего, у него нет своей воли. Теперь есть еврейские души, да, которые – это те, которые являются посланцами, как рабы и дети для Всевышнего, как Бог назвал еврейский народ. Народ Израиля – это, с одной стороны, авадим. Они полностью должны выполнять волю Всевышнего, не имея своей воли. Полностью убрать свою волю перед волей Всевышнего. С другой стороны, баним, сыновья – это как продолжение Всевышнего. То есть посланец, он может быть посланцем по двум категориям. Да? Первая – дочка говорит маме: «Мама, что мне сделать для тебя?» Мама говорит: «Иди за хлебом, доченька». И доченька – посланец мамы, которая, она как дочь, она спросила, что мама хочет, и по своему желанию выполнила волю матери. Все то время, пока она идет за хлебом, она продолжение матери. Теперь второй вариант, когда мать такая утром просыпается, берет плетку такая, и дочку, на так, плетка, даже не ее бьет, а так рядом так щелк, и говорит: «Так, значит, встала и пошла за хлебом». Понятно? Дочка такая: «Понятно, понятно, все». Значит, и побежала она за хлебом с такой скоростью, что просто даже быстрее, чем та дочка, которая по любви побежала за хлебом. Она просто туда, обратно, на тебе хлеб. И получается, что, значит, так, получается, что та дочка, которая Так, вот тут у меня сейчас задача, как мне ответить. То есть, с одной стороны... Сейчас, секундочку, я не прерываю, не кладите, мне нужно... Вот, это... Все, извиняюсь очень за то, что прервалось на секундочку, но те, кому было важно, остались, те, кому было менее важно, отключились. Но видите, урок продолжается, все отлично, да? Слышно меня, видно меня, все. Алена, Роман смотрит, Маша Шуль смотрит. Значит, все, все смотрят. Значит, получается, что есть два варианта служения Всевышнему. Есть как дети, которые хотят служить и которые просят у Всевышнего: «Скажи нам, что делать, и мы сделаем». И они становятся посланцем Всевышнего. И есть, наоборот, как рабы, которые говорят: «Я бы, честно говоря, лучше бы сейчас, конечно, там занимался своими делами, но я все равно буду служить тебе». И они тоже посланцы Всевышнего. И те посланцы, и те посланцы. В принципе, по большому счету, или ты... И я вам даже больше скажу, что те, которые служат, преодолевая свое сопротивление и преодолевая свое именно желание, да, те, которые служат Всевышнему через «не могу», вот прям все «не могу», «хочу не служить, но буду все равно делать все, что Всевышний мне сказал», значит, у них награда больше. Я вам скажу, да, это факт, потому что такой человек, он реально, это его ну, как бы, очень, очень важное служение, да. А тот, кто выполняет, потому что он хочет, то есть, с одной стороны, кажется, что это более важно, но с другой стороны, там есть очень большое служение себе, своему «хочу». То есть, ну, классно, мне удобно, мне приятно, мне классно. Это тут непонятно, кому он. На самом деле он это делает ради Всевышнего, или же он это делает, потому что ему нравится. Тут надо тоже разобраться. Но Тора говорит, что тот, кому заповедано, и он делает, его награда больше, чем того, кому не заповедано, и он делает. То есть, если человек делает по доброй воле, то у него награда меньше от Всевышнего, чем если он делает то, что ему приказали делать. Потому что, когда ты делаешь то, что тебе приказали, у тебя есть сопротивление. То есть, тебе не хочется делать. Хорошо.
Теперь дальше продолжает Ребе Любавичский, что у хасидов у них есть еще и связь не только с Богом, а еще и с Ребе. Ребе это тот, который их как бы учитель, который присоединен ко Всевышнему. И они говорят так. Я, честно говоря, не понимаю точно, что Всевышний от меня хочет. Я человек маленький, у меня восприятие маленькое, понимание маленькое. Все, Ребе, он это большой человек. Он, Ребе, он все время со Всевышним в день и ночь, с утра до ночи. То есть он невероятно близок ко Всевышнему. Поэтому я, значит, буду тогда связан, я буду делать то, что мне сказал делать Ребе. Ребе лучше знает, что мне делать, потому что он со Всевышним связан. А я буду посланец Ребе. И он начинает, это называется, быть хасидом у какого-то Ребе. И тогда он связан с Ребе во всем. Он ходит как хасид, ест как хасид, спит как хасид. То есть у всех хасидов, у них такая внутренняя связь с Ребе очень большая. Это то, что касается вот отрывок из книги «Айом-Йом». Теперь, книга называется вторая, которую мы изучаем, «Обретение неба на земле». Значит, здесь говорится в этой книге, что естественное состояние человека, таким, как задумал, создавая его Бог. Вот Бог нас всех задумал, значит, чтобы мы были счастливыми, быть счастливым. То есть это естественное по умолчанию состояние человека. Посмотрите на детей, и вы убедитесь в этом. То есть дети, они большую часть своего времени, они счастливы. Дети большую часть своего времени, они смеются. Бывают у них моменты, конечно, когда они обижаются, там, расстраиваются, иногда они плачут. Но большую часть своего времени, когда у них они поели, там все у них как бы, они, нет у них ничего, что их тревожит, то они все это время, они играются, они веселятся, они смеются и так далее. Значит, да? Теперь дальше, что происходит дальше с людьми? Дальше люди, они перестают радоваться, большинство людей, они перестают веселиться, и они погружаются в какие-то свои проблемы, заботы, неприятности, связи, то есть у них очень много связей и обусловленностей в их счастье. То есть они говорят, я буду счастлив, если. И чем больше у тебя если, и чем больше твое счастье завязано на других людей, тем сложнее быть счастливым. Поэтому люди, которые уже там такие озабоченные, у них много забот, у них много от чего, значит, когда у человека он связан со своим счастьем, с другими людьми особенно, или с обстоятельствами, то ему тяжело быть счастливым. А чем он старше, тем больше вещей, от которых зависит его счастье. Тем больше он боится будущего, он боится, что с ним будет, он тревожится. Чем он старше, тем у него больше воспоминаний каких-то, которые его тревожат и делают ему больно. И получается, что чем человек старше, тем у него меньше вот этой вот внутренней радости по умолчанию. А что же делать? Давайте подумаем, что делать. Значит, надо подумать, что делать. Но, в принципе, с этим надо что-то делать, потому что это неестественное состояние для человека быть нерадостным. А это как болезнь такая, да, только это духовная болезнь. Если человек нерадостный, это он должен понимать, что он духовно болен, и ему нужно выздоравливать. И вот если он решил быть счастливым, это прекрасное решение. Но как это сделать? Здесь над этим надо работать. Особенно если человек уже по умолчанию, он очень долго был нерадостен, ему, конечно, выбраться из этой вот ямы ему будет нелегко, но нужно. Значит, будем бороться за радость до последней капли крови наших врагов. Это как был такой лозунг, мы будем бороться за мир до последней капли крови наших врагов. Значит, за радость не надо бороться, надо к ней как-то вот прийти. Дальше, значит, недельная глава, здесь нам говорится в этой недельной главе, в сегодняшнем отрывке, давайте почитаем. «Вэти тимкру мимкар ля митеха, о каноми ята митеха, аль тону ишет ахив». Значит, когда вы будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обманывайте, не обижайте друг друга. Представляете? Не обманывайте и не обижайте друг друга. Значит, обман – это обида, это в денежном материальном ущербе.
Значит, что это значит? Есть в Талмуде такое выражение, что когда человек умирает, ему задают на суде вопросы. Да? Первый вопрос ему задают такой: установил ли ты время для Торы? Кавата и тим ли Тора? Такой вопрос. Значит, мы с вами установили время для Торы, с 10 до 10:20 мы изучаем Тору. Значит, мы можем уже на небе ответить: да, установил время для Торы, с 10 до 10:20 я занимался Торой. Значит, это называется установил время для Торы. Первый вопрос, почему это важнее всего, почему на небе спрашивают именно этот вопрос? Потому что если ты не изучаешь Тору, у тебя нету связи с духовностью. То есть у тебя нету связи с духовностью, ты не понимаешь, это для тебя не важно. Ты не интересовался при жизни, как у тебя будет там с духовностью, как у тебя будет на небе, как у тебя будет в следующем этапе жизни. Раз тебе было неинтересно, то вот тебе ответ на вопрос. То есть человек приходит, ему говорят: вы знаете, у вас рая не будет, у вас вообще ничего не будет, вы исчезаете. Он говорит: как я исчезаю? За что? А тебе неинтересно было? Тебе зачем это? Ты всю жизнь, тебе было неинтересно. А сейчас тебе вдруг интересно стало, когда ты увидел у других впереди вечность, а тебя, значит, стерли и нету. А ты теперь хочешь вечность? Да, очень хочу. А что ты в жизни не хотел? Почему тебя в жизни звали на урок Тора, а ты не приходил? Почему в жизни у тебя не было 5 минут сказать «Шма Исраэль» утром, «Шма Исраэль» вечером? Почему в жизни у тебя не было там сказать Богу несколько раз в день «Спасибо» и изучить, как сказать «Спасибо»? То есть по 5 минут сказать и 5 минут изучить в день. Значит, все, человеку этот вопрос, установил ли ты время для Торы, он, в принципе, ответ на него человеку самому становится ясно, да? Он сам понимает, что тебе не надо было, как атеисты, этот автобус с атеистами упал в пропасть, и они все умерли. И на небесном суде ангел спрашивает там у высшего небесного суда: а что с ними делать, да? Вот как они, к Богу или куда? Вот как раз вопрос Зинаида: куда? А им отвечает Бог: скажите им, что меня нет, нет у меня, все. Значит, никуда. То есть, если вы жили, как будто бы Бога нет, так тогда вы туда и попадаете, куда вы хотели попасть. То есть, человек, он устанавливает свою связь со Всевышним и с духовностью. Значит, это первый вопрос. Второй вопрос как раз касается сегодняшнего нашего отрывка, что нельзя обманывать при продаже ближнего своего, да, нельзя обманывать. И ближнего, и дальнего никого нельзя обманывать. Значит, задают второй вопрос, значит, занимался ли ты торговлей честно, то есть был ли ты честен в деньгах, это второй вопрос. И здесь как раз очень этот вопрос такой, ну, он с одной стороны простой, с другой стороны он непростой. Значит, вот смотрите, в какой момент человек готов обмануть второго человека? Когда он думает, что тоже, что Бога нет. Он думает так, что я могу получить то, что мне не положено, я могу забрать у другого, я могу украсть, забрать, обмануть и так далее. То есть и оно у меня останется. Но он не понимает, что если ты что-то пытаешься забрать у другого, а Бог это запретил забрать, то ты как будто бы у Всевышнего пытаешься забрать, а у Всевышнего не заберешь. То есть Всевышний, он все его, и ты его, и все его, и внутри, и он всю систему знает. И этот предмет, который в материальном мире ты взял и спрятал, да, думаешь, вот $100 украл и в пачку между $100 спрятал. А Всевышний это видит, он очень, Всевышний, это вот украденная купюра, она там как знаете, как есть радиоактивное излучение. И она радиоактивна, очень сильно радиоактивное излучение, оно начинает другие купюры тоже разрушать. Я когда-то слышал, одна женщина звонила по радио, такая передача, раввин один отвечал на вопросы в Израиле. И звонит одна женщина и говорит: вы знаете, у нас с мужем была фабрика, и мы в этой фабрике, значит, решили ее закрыть, значит, закрыли мы эту фабрику, закрыли, в общем, не помню, по-моему, продали они эту фабрику, или закрыли, скорее всего, закрыли. Значит, закрыли они эту фабрику, и, говорит, у нас были деньги, мы начали открывать другие бизнесы разные, и, значит, у нас все бизнесы, куда мы вкладываем, везде, значит, неудача, 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 и мы уже, вот у нас уже денег не осталось, мы уже не знаем, что дальше делать, помогите, то есть были успешные, закрыли фабрику, а все новые бизнесы, ничего после этой фабрики не идет. А раввин им говорит: а скажите, пожалуйста, вы вот когда закрыли фабрику, вы рассчитались со всеми рабочими?
А они говорят, нет, если честно, откуда вы знали? Мы с рабочими не рассчитались, они на нас еще в суд подавали, но как бы у нас получилось отсудиться от них. Там мы, значит, ну, в общем, мы не заплатили им. А он им говорит, а смотрите, говорит, рабочие ваши, да, это были их единственные деньги, которые у вас работали. То есть для вас это было, ну, у вас же были еще деньги, а для рабочих это были последние их деньги. И пока вы этих рабочих не найдете и с ними не рассчитаетесь, у вас, говорит, ничего не будет идти, потому что вам эти рабочие перекрыли все духовные каналы. Так вот я лично слышал этот ответ. И теперь эта женщина, она будет думать, находить этих рабочих, рассчитываться или нет, потому что на тот момент она забрала у них, представляете, приходит рабочий домой. Жена говорит ему, у нас там долги, нам нужно платить, ну впритык, люди живут, 70% живут в минусе в Израиле, например, да. То есть они выплачивают там за квартиру, ипотеку, еще за что-то, все продают в рассрочку. Если человек не получает там месяц или два зарплату, то у него он попадает в минус, ему проценты начинают от банка идти. И это может, ну, действительно, очень сильный удар по психике, и по отношениям в семье, и по всему. И человек, который у другого что-то крадет, как Рав Зильбер когда-то рассказывал, что у него украли деньги, а это деньги были, чтобы отправить сына в больницу там, на лечение. И эти деньги, они были равноценны жизни. То есть бывает, что для человека какая-то сумма денег, которую у него украли, она равноценна для него, равноценна жизни. Поэтому категорически никак нельзя обманывать в деньгах. И есть наоборот, я вам сейчас дам совет хороший, чтобы разбогатеть. Есть в Талмуде написано, что была такая сгула, чтобы стать богатым, как Йов. Йов был самый богатый человек на Востоке. Он всегда давал больше, насыпал с горочкой, да, и не брал, вот ему там мелочь какую-то давали, сдачу. Он говорит, пускай это вам останется для благословения. То есть он всех благословлял и всем давал чуть больше. Ему всегда Всевышний во всех делах давал чуть больше, чем он ожидал. А так как он ожидал много, ему Всевышний всегда давал чуть больше. Понятно, да, как работает? Это называется сгула Йова, то есть чуть-чуть оставить. Дональд Трамп, например, говорил, что я как-то читал его советы, как он делился своими советами, как стать миллиардером. Один из советов я хорошо запомнил. Он говорит, вот в том ресторане, где вы часто бываете, там кафе, ресторан, давайте официантам там 15-20% чаевых. Зачем? Он говорит, потому что когда вы будете приходить в этот ресторан на деловые встречи, они будут все вам кивать, разговаривать, вставать перед вами. То есть они будут вам такой почет оказывать, что это очень позитивно сказывается на всех ваших деловых переговорах. Да? Но, возможно, Трамп не знал вот эту духовную, еще духовную основу, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Поэтому тот, кто старается во всем помогать другим людям, тому с неба помогают. А тот, кто тут украл, там обманул, там не додал, то он себе перекрывает весь кислород. Все, всем желаю хорошего дня, прекрасного дня, праздников, удачи, успехов. И чтобы мы знали, что добро всегда побеждает зло. Все, и тот, кто со Всевышним, он никогда не проиграет. Все, счастливо.